Внешнее независимое оценивание стартовало химией. В Донецкой и Луганской областях для участия в тестировании зарегистрировались почти 6 тысяч человек, но около 10% передумали и не явились на экзамен. В Горловке и Мариуполе абитуриентов сегодня проверяли металлодетектором, искали электронные шпаргалки. Такую проверку будут проводить и в других городах. В классах присутствовали медики, они были готовы оказать как врачебную, так и психиатрическую помощь. Всего абитуриентам предложили для внешнего оценивания 10 предметов. 17 мая состоится тестирование по русскому языку. Были отдельные нарушения со стороны абитуриента. Так, например, по Луганской области один абитуриент был удален с пункта тестирования за использование мобильного телефона. И несколько человек не были допущены на пункт тестирования из-за отсутствия необходимых документов. Право на дополнительную сессию по неуважительной причине они иметь не будут.